Привет зрителям лучшего канала на YouTube, с вами я, Серафим, и мы продолжаем. Наш красавчик из убежища 111 все-таки наконец-то спустя 1,3 миллиона серий добрался до какого-либо задания. То есть игра все-таки немножечко разрешила нам и по заданиям побегать, потому что ну уж очень интересно как бы делать так, делать, ну, просто, как бы, выполнять такие, ну, побочные, это тоже побочный квест. Скажем, покрафтить, построить, и все в таком духе. Так, ну, с нами недоволен, не согласен котейка. Вот, ладно. Мастерская, то есть, соответственно, поиск. Допустим, не является дружественным. Надо подружиться. Хорошо. Нам правда не помешала бы твоя помощь. Что тебе нужно? Так, рассказывай. Так, где они? Солнечный, зачистить мастерскую. То есть какие-то фигни поселились. А где? Так, ну давайте глянем. Переулок Висельника, станция Оберленд. Коммуна, солнечные приливы. Это типа намекают нам туда надо. Чё-то я недопонял. Хижина Горский. Какие-то твари. Так, ну давайте информация. Зачистка теплицы гринтов. Коммуна, солнечные приливы. Зачистить мастерскую. Жительница поселения беспокоена новой угрозой по соседству. Она сказала, что если я ликвидирую угрозу, на соединившемся месте можно будет построить новое поселение. А это что с ним не так? Не совсем понял, ладно. Так, ты у нас кто? Поселенец. Фермеров самая честная работа в мире. Я не знаю, давайте хоть глянем, что тут. Ну то фрукты, ну тут можно собирать, конечно. Ведра. Что это такое? Горшки. Огромное количество мутафруктов. Я немножечко себе соберу. Мука, 5 штучек. Оп. Мешки с удобрением брать нельзя. Так, это уже будет расцениться как кража. Что-нибудь сделать. Не совсем я понял. То есть я думал, здесь будет поселение. То есть можно сделать. Но это что? Химлаборатория. Использовать. Бутылка с коктейлем Молотова. Масло. О, не. Никаких масел мы вам не отдадим. Заряды инъекционного пистолета, шприц, кровопуск, лечение, стимулятор, пакет светящейся крови. Что такое? Антисептик, пакет крови, радиоактивная кровь. Сопротивляется радиации на 10 минут. Крут, конечно. Пакет крови. Нет. Мины. Препараты служебные. Выйти. Не, сегодня варить ничего не будет, мастерство. Так, обмен мы сделаем. У нас хлам, по-моему, немножечко уже есть. Разные хлам. Псу все понакидываем. Модификация.
модификации, боеприпасы. Нет, конечно, предметы, оружие, автоматические пистолеты, гладкоствольные, дрын, все на разбор. Коллиматорный, 308-й. Гладкоствольный с затвором, по-моему, наш. Карабин 38, это не наш. Крышкамина, ломик, гранаты, бейсбольный биток, ракетница, затвором 38 калибр, 251, а этот 308. Мы его, видимо, не трогали. Да. А одежда. Костюм из рада оленя. Из радостного оленя. Майка и джинсы. Маска противогаз. Фланелевая рубашка и джинсы. Ну, норм пес. Так, здесь нам не разрешает что-то трогать. Это мутафрукты, вода там. Хотя это очень смахивает на те домики, что у нас есть. Так. Не знаю, как быть. Может, нам просто это отдадут, переселятся сами туда. Тут куча хлама разбирать. Варить еду мы не будем. Какие-то дома, кстати. Ну, как сказать, дома. Домами не назовешь. Хорошо. Хорошо, мы... Давайте телепортируемся в хижину Горский. Я надеюсь, там никого нет. Если вы украдете какую-то вещь, владелец может попытаться забрать ее у вас, а в случае неудачи нападет. Ну, логично, как бы. Кому понравится, что у него что-то отберут. Кстати, у нас уже 13 уровень. Хижина. Никого, врагов нет. Тут подозрительно очень шум. Звук. Так, нам сюда. Давайте с пистолетом пойдем. Будем надеяться, что-нибудь там будет норм. Может, какие-то мелкие твари будут. Фиг его знает, что за задание. Какие-то животные. Если большие, то, понятно, попробуем что-нибудь с другого пострелять. Я слышу выстрелы, да? Это же были выстрелы. Собаки. Кто стрелял? О, это рейдеры, да? А не зачистить ли нам еще и рейдеров? Если это не рейдеры, то мы просто поможем. Если рейдеры, разживемся патронами. Такой вариант. Так, еще кто-то один есть, да? Кто там? Да нет никого. Так, двое рейдеров. Что тут у вас? Пистолет. Патроны. Отлично. Патроны. Это супер отлично. Химлаборатория. Тут что-то нифига у вас нет. О, кто-то стреляет. Воу. Там война какая-то прям идет. Вырубить свет. Ух ты, нихренашеньки себе. Что-то там пошло не так.
Все. Все, свалилось. Так, что здесь? Медикс, Радикс. Стул. Ничего тут взять больше, по-моему, нельзя, да? Отличненько. О, у нас, кстати, прикольный прицел на пистолете. Супер. Чё-то... А, я уже думал, кого-то крота-крыса нашел и грызет. Так, а нам туда, да? Кстати, по карте посмотрим слева отсюда. Вот. Здесь что-то взорвалось. Запомним. Здесь кто-то явно войну ведет. Тут возле воды могут быть и болотники тоже. Болотников и... Ну, болотники, скажем, не такие прям обидные. Что тут с забором ограждено? Может, там огороды? Ой, собака. Слушайте, пистолет мне больше нравится, однозначно. Особенно по отстрелу собак. Собачатинка. И собачатинка, да? Все. Патронов 70 всего. Не густо. Переключимся на этот. Какая-то тут атмосферная музыка. Мы нашли что? Мы нашли Walden Point. Walden Pond. Pond. Кошмар. Что с моим русским? Хотя это не русские названия, но все равно. Так. Какие-то солнечные, да? Как они там? Солнечные приливы. Коммуна. Нифига не вижу. Явно от моих глаз что-то скрывает. Туман заманит меня в ловушку какую-то. Земля рыхлая, это кротокрысы могут быть. Вода, значит, болотники. Блин, конечно, атмосферка не самая доброжелательная. Чё это? Я уже кустов испугался. Так, есть здание, да? А, ну давайте зайдем в эту коммуну. Вроде пока врагов не видно. Что-то бочку свалили. Кофейник. Зимняя куртка и джинсы. Кэш конфисковано все. Бутылки всякие. Пригодятся для коктейлей молотов каких-нибудь. Ну, квиксейв. Гифт шоп. Магазин подарков. Здесь ловушек не будет. Удочка. Там что-то полезное для нас было. Корзинка. Что это такое? Глобус. Сигнализация мне не нравится. Значит, кто-то тут не хочет, чтобы мы пришли. Самодельная бомба. Все-таки не без ловушек, да? Записка с ножом. А вот это все мы конфискуем, разбираем. Что еще тут у вас есть? Ч
чемодан, открыть легкий. Взлом чемодана, да мы его порвали просто. Ну ладно, давайте откроем. Ну бывает и такое что. Нужно и чемоданы взламывать. Так, патроны. Это супер. Патроны нам нравятся. Так, здесь, скорее всего, все-таки пистолет будет актуальнее на ближней дистанции. Довоенные деньги. Лампа. О, мина. Обезвредить. А от чего бы она собиралась взорваться, эта бомба? Мне вот интересно. Как, что ее активирует? Огнетушитель. Хм. Все тут какое-то подозрительное, не находите? Кофейные кружки, там керамика, наверное, тайник с крышками. Обезьяна, ну. Нам проблем не нужно, поэтому. Записка. Открыть очень сложно. Ну ни хрена ж себе. Подвал сувенирного магазина. Давайте, записка. Читать. Твис, если ты это читаешь, то ты тупица. Сколько раз можно повторять, что эту дверь мы запираем. Воспользуйся входом в канализации. Если еще раз забудешь, я тебя больше не впущу, Уолтер. Так, во-первых, взять. Вместе с боевым ножом. Так. О, еще одна мина. Что за байда? А, тут мы не глянули. Грузовичок, банка. Все бомбы обезвредили. Так, короче, тут есть вход где-то в канализации. Тонкий такой нам намек. Так, что у нас по карте? Нам мы еще не дошли даже. Я думал, мы уже здесь. И мы еще не здесь. Мусорный бак. Игрушечный грузовик. Тух, не тарахти так. Дробовик. Так, хорошо. Что это стоит? Что это такое? А, это мишка. Мишка, мишка. Где твои штанишки? Так. Есть, короче, где-то вход с канализацией. Ну, это, я думаю, не сейчас. На обратном пути отсюда будем искать вход с канализацией. Вот труба, я вижу отсюда. Вот, я думаю, где-то там вход. Что здесь? Так, настораживает. Очень настораживает атмосферная музыка. За что огромный тоже респект. То есть такая, знаете, как бы вводит в такое, в непонятку создает. То есть непонятно, чего ждать. И вроде как не откровенно боевая такая, знаете, что сейчас все, бой будет. И не мирная. То есть такая подозрительная музыка. Ее так называют. Так, мы идем по главной дороге. Скорее всего, это огромнейшая ошибка. Солнечные приливы. И что за нехорошие существа здесь обитают? В солнечных приливах ваших. Вроде пес пока ничего не видит. Здесь химлаборатория. Ты кто? Дикий гуль.
Что это было? Робот пролетел. Легкий. Так, квиксейв. Взлом, да, точно, надо взломать. Dream. Давай. Сходство 0. Скарф. Скарф. Сходство 0. Это не Dream и не Скарф. Glory. 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 Нельзя. Glory не подходит. Stand. Нет. Дрэгстер нет. Брайн. Брейн нет. Карц. К-А-Р-Д-С. К-А-Р-Д. Наверное, Карц. Да. Управление мистером-помощником. Выберите, отключите единицу. Так, выберите протоколы. Простое бытие, протокол охраны. Протокол возвращения на обслуживание. Простое бытие. Проверка связи с ним. Передача протокола. Простое бытие. Так. Отключать мы не будем. Я надеюсь, я правильно все включил. Так, журнал. Ален. Мы наконец выцепили у этих нехороших джентльменов раба для нашей свободной фермерской коммуны. Мистер помощник. Из черт знает каких трущоб. Эта консервная банка пыталась вернуться к своим рабовладельцам, попутно чуть всех нас не засветив. Так что Джонни его крякнул и переключил все протоколы мотивации на простое бытие. Теперь мы зовем его профессор Расслабон. Наслаждается окружающим миром и никому ничего не обязан. Аккуратнее с другими протоколами. Эти жестянки совсем с катушек слетают, когда дичают. Простое бытие. Я надеюсь, мы правильно поступили. Так, дикий гуль. Good feels. Мир. Peace, чувак, мир. Так, значит, мы правильно все. Улет. Короче, он под каким-то машинным маслом. А ну, поиск. Необходимо очистить территорию от что? От кого-то там. Так, это гуль. Да? Золотые часы у гуля. Мажорный ты гуль. Хорошо живешь. Могу я тебе сказать. Слушайте, неплохое место, очень такое интересное. Гуль, крышка. Ой-ой-ой. Да блин, крышка, карандаш. Грызанул меня слегка таракашка. Ну, такие тараканы. По-другому не умеют. Free the robots. Освободить роботов. Ну, хорошо. Цветок дикой тошки. Все, нам будет переделать в огород. Нормально. Тут, конечно, чинить, не перечинить. Хорошо. Что нам тут еще нужно? Здание какое-то. Дверь заколочена. Почему? А, потому что стены нет. Крышка, щетка для волос. Что-то с этими ребятами не так явно. Вот что-то здесь не так. Непонятно, где все. Ух ты. Бункер какой-то. Машина что-то припарковался. Зачистить от чего? Зачистить нужно. О, дикий гуль бродяга легендарный.
Нога, где нога? Нога. Больше никого. Счастливая рейдерская броня. Плюс 2 к удаче. Слушайте, классные у них броньки для правой ноги. 4-4. Можно будет поулучшать все это дело. При чё? Прихватка. Так. А ну. Обыскиваем. Да тут, я думаю, даже... Ну, хотя, ладно, пойдем с этим оружием. Крышка, патрон, шпилька, рулет, пистолет, костюм, рубашка. Руководство по выживанию в пустошах. Вот, вы нашли выпуск. Из животных можно добыть больше мяса. Взять? Конечно, взять. Крышка, патрон, тактический, серебряная вилка, вместительная, металлическая, что-то там. Мозгогрибы, медикс психа. Так, ты нам тут вряд ли нужен. Отдохни там. Тайник с крышками. Шкафчик. А что с тобой? Это шкаф был, да? Ага. Все ясно. Так, и теперь... А что тут за две точки у нас помечены? Зачистить мастерскую, зачистить... А, все, понял. Вот эти два места. Деревья. Ну, давайте. О! Кто-то там. Так. Наверное, пистолетом все-таки удобнее будет. То я что-то не могу попасть сблизи по конечностям. Давайте. О, вот эта музыка хорошая. Вот эта музыка сразу понятна. Сделали доброе дело, можем гулять смело. О! А, это пес открыл. Опасный у нас Чубака, смокинг. Кофейная кружка, прихватка, в печке есть что? А, картофельные чипсы в холодильнике, да, они вроде не должны пропасть. Ну ладно, кто-то хранил чипсы в холодильнике. Так, где у нас... А, вот, у нас еще здесь. Там, типа, кто-то лежит. А, просто подойти к этому. Теперь вы сможете использовать мастерскую. Ага. Теплица Гринтоп, сообщить жителям об успехе. Места 7, защита 0, энергия 0, вода 0. Так, люди 0. Так, разобрать. Чё, чихаешь? Будь здоров. Будь здоров, говорю. Да будь здоров, говорю. Что, заело? Команда. На пса команда нельзя. А это тоже нельзя его трогать. Все, прочихался. Молодец. Умничка. Умничка. Каменюки. Цветок дикой тошки. Разобрать. На цветок дикой тошки. Видишь, кустами поросло все. Нехорошо. Ящики какие-то. Ну, пусть будет, типа, склада.
Можно будет все это оборудовать. Так. Дерево. Какие вообще у нас границы? Дерево прям в дом упало. Пень. Так, так, у нас границы. Вот. Тут разбираем вообще все. Так. Вот это разобрать, конечно же. Я думаю, надо будет сейчас по-бырому сделать хотя бы что-то им элементарное. Ну, тем, кого мы сюда будем приводить. Бочки, я думаю, вряд ли вот эти бочки нужны. Бетон, сталь. Нам нужно будет соорудить там какую-нибудь оборону, воду и еду, да? Сейчас быстренько поубираем тут по максимуму, что тут. Я думаю, территория не сильно большая, как я вижу. Деревья тут, конечно, нафиг они тут не нужны. Машина. Вот эту нельзя разобрать, байду. Такие вот, представьте, можно разобрать и из нее и там получить, я не знаю, кучу всего. Но я думаю, вряд ли нам это дадут. Кухонный стол, ну, это поломанная фигня, комод, столик, стул поломанный, разобрать. А нельзя вот эту кучу мусора как-то разобрать? Это нельзя разобрать. Кайфоробот, конечно. Ну, главное, всем мира желает. Что еще нужно? Так, что тут у нас? Еще дерево. Тут какой-то шторм был, я не знаю. Что деревья прям на дом падали. Может, конечно, после ядерного взрыва. Их так раскидало. Так, о, туалет даже тут есть. Ну, уже, конечно, не рабочий. Резина. 30 резины. Очень-очень пригодится. Дерево. Так, видимо, деревянных построек настроим. Слушайте, вот реально вот поубирали немножко, уже так почище. Так, что у нас здесь? Раковина. Вот раковину я оставлю. Ох ты! Я шуганулся. Кошмар. А я в этой комнате не был и подумал, что я тут был. Что нам надо так проморгать? Все, больше тут ничего такого нет. Так, давайте продолжим. Шкафы. Мы эту фигню разберем. Давайте даже и шкафы разберем, потому что у нас здесь, скорее всего, будет где-то кровати там. Мест 7. Я бы сюда пару кровати добавил. Ну, я думаю, 7 мест вообще тут с запасом. Так, кусты, кусты, оп, фигня, дикая тошка, тут у нас будет нормальная тошка выращиваться, а не дикая, одичалая. Так, что здесь? Тут нифига, тут вроде были кровать, места 7, да, эти кровати... Видимо, за места не считаются. Ну, прям какие-то они поломанные, что ли.
Трупы валяются, не смущают их. Стул, ну это текстиль. Если текстиль. А, вот у вас стул на стуле был, да? Ладно, мест 7 пока еще засчитывается, поэтому трогать не будем. Опять интересные звуковые эффекты, музычка такая атмосферная. Ванна, шлакоблоки, лавочка какая-то. Ладно, пусть будет. Опять пес расчихался. Видимо, к дождю. Так, деревья еще. Что это такое за труба такая хитрая? Еще деревья убрать. Все деревья срубить. Резина. Ящик разобрать. Охладитель разобрать. Содержимое в верстаке. Так, вот этот ящик разберем. Эта лампа пусть будет. Я думаю, она никому не мешает. Так, это у нас... Что? А, коробка со шпильками. Сохранить. Деревья разобрать, все разобрать и все сохранить. Да, такая территория вроде и небольшая, но как бы есть где полазить. Так, тут мы убирали все или нет? Чувак на столе валяется. Нет, тут не убирали. Поломанная кровать. Убрать. Поломанный стул. Ковер. Это поломанный. Стул. Так, хорошо. Письменный стол. Так, и эти деревья сюда, по-моему, уже не входят, да? Так, ну, не знаю, где мы еще не были. Вот здесь помещений, в принципе, не так уж и много. Вот ящики поразбираем. Гулей надо повытаскивать тоже, а то провоняет тут все. Так. Это у них будет, я не знаю, столовая, не столовая, может, главное, нет, отмена. А вот это разберем. Миска. Вот тоже заберем. Так. Так, гуль. Я что, перегружен? Не, вроде не. Кстати, если, ну, вдруг кто не знает, я зажимаю Е и перетаскиваю. Ну, просто зажал, он его типа схватил. И все, я дальше просто убираю палец Е и иду. Так, нужно действительно из домов повытаскивать этих... Кофейная кружка, ковшик, крышка с соусницы. Так, дикий гуль. Пойдем. Можно даже, не знаю. Пес. Чубак, вот сейчас ты мешаешь. Это тут как-то неаккуратно. О! Вот туда мы его положим, пусть вот там отдыхает. Так, здесь в домах
что у нас? Здесь гули вроде. А, здесь можно еще поразбирать, кстати. Вот эта фигня, явно кровать поломанная. Металлическое ведро. Промышленный ящик. Пусть ящик будет, а ведро конфискуем. А, я теперь перегружен. Пес. Сюда. Иди сюда. Обмен. Так, что мы тебе скинем? Одежда, помощь, разная, хлам. Боеприпасы, предметы, оружие, нож, кастет, пистолет, карабин короткий, нет, точно не нужно, тактический, 545, у нас 545 вот такой, значит этот нам, вместительная, раскрашенная, металлическая. Что-то интересное. Ну, правда, не особо она крутая. У нас дорожная кожаная одежда. Зимняя куртка и джинсы. Ну, как-то не очень. Кожаная броня для руки. Костюм из радостного оленя. А, все, уже не влазит. Ну, зато нам норм. Так, вроде немножечко мы тут прибрались. Я даже не буду сильно тут как-то дикой тошки цветы. Так, вот это, наверное, точно надо еще убрать. Сильно пока, может, даже не будем. Я просто не знаю. Так, мы можем сделать, где они будут жить. Я думаю, в следующий раз, когда уже люди сюда придут, мы уже им что-нибудь, я не знаю, соорудим, что ли. Потому что их как-то надо держать всех в одном месте. Здесь бы соорудить такой форт-пост. А ну попробуем. Так, на скорую руку. Нет. Стены. Нет. Полы. Вот. Что у нас по дереву? Дерево у нас предостаточно. Можем сделать так. Табличку эту не надо закрывать. Эти отсюда что ли сделаем. Как-то вот так, наверное. Значит, нам надо фундамент, наверное. Фундамент нам хватает. Лестницы. Нам надо, наверное, отсюда лучше лестницу сделать. Такс. И чувствую, надо передвинуть.
Ладно. Что-то я тут намудрил. А ну так. Норм. Так вроде норм. Так, давайте пока сохраним на складе. Вот такой у нас фортпост. Ага. Сюда, чтобы не провалиться. Так, и надо как-то полы. Фундамент хижины. Нет. Второй этаж. Надо как-то... Блин. Как бы так его сделать? Придумал. Если вот такую штуку построить. Так, что-то я застрял. Угу. Как-то сюда. Так. Здесь, наверное, надо построить еще одну, можно, да? Не, еще одну нельзя. А если мы стену найдем? Блоки. Вот такой вот блок. На него не лепится. Вот, вот такой вот можно. Хотя, по-моему, не мега крутой. Второй этаж. О, супер. Вот так, так мы крышу у нас и сделаем. Немножечко потратим, конечно, дерево для этого. Ну, а что делать? Такс. Как бы тут сделать так? Вроде вот так как-то, да? Не особо, конечно, круто.
Так, вроде норм. Так, а ну. Такой у нас заход будет здесь. Что у нас здесь будет, пока неизвестно. Но я бы где-то вообще по углам турели поставил. Интересно вообще, что-то из охраны мы можем поставить. Оборона, турели. Нифига нет. Давайте еще и проводка искать. Так, сталь. Ну, сталь у нас есть, хорошо. Защитные посты, сталь, сталь, дерево требуется, защита 2. Где поставим? Я думаю, где-то... Так, оно. Где у нас вообще вход в эту деревню? То есть здесь что-то такое. Склончик, да? Здесь непонятно. Мы пришли вообще оттуда, по-моему, откуда-то. Короче, на оборону поселения я бы, наверное, ну вот здесь поставил бы. А, мы вышли за пределы. Так. Вот такое неплохое место. То есть вот тут раз, вроде как дорога. Тут охранять, да. И еще где-то место было. Чухается пес. Еще, по-моему, вот где-то... Здесь что ли можно поставить? Вот здесь. Здесь у нас что? Не особо похоже, что отсюда кто-то вообще шариться будет. Я бы тогда вот здесь просто поставил бы. Ну, то есть, мало ли, вот, оборонять как-то, если вдруг кто-то это, пусть сюда люди сбегаются, мы тут потом ночлежку выставим. Я думаю, здесь тоже неплохую деревню расстроим. Нужна вода. Здесь по-любому. Шестеренки. Понятно. А ну-ка, где тут мастерская? По-моему, она в этом ангаре стоит. Да? Да, пес, иди сюда. Да стой ты. Обмен. Да, взять все. Обмен. Оружие, одежда. Где это? Ошейник, цепочка. Да.
Так, мы перегружены. Мастерская поподробнее. И сохранить весь хлам. У нас вес теперь нормально. Так, и давайте проверим. Да еще quick save. Есть ли у нас ресурсы на воду? Да, слушайте, у нас теперь нормально. Мы эту деревню так снабдили необходимым всем. Где вообще огороды будут? Вот это, похоже, тут были огороды когда-то. Вот, вот так будет водичка. Еда. Арбузы. Что у нас там много? Кукуруза. Тошка. Тошки у нас немерено. У них была здесь дикая тошка. Давайте вот в этой грядочке, да? Тут немерено будет тошки. И, пожалуй, одно дерево им еще посадим. Ну, людей, конечно, не хватает. Так, все. Самое-самое необходимое сделали. И давайте быстренько сообщим. Я не знаю, в этой серии мы там успеваем или нет. Так, ну. Не хочет. Ну, карта. Не хочет наш парень включать карту почему-то. На обычное сохранение сделать. О, включил, наконец-то. Просто красавчик. Хотя, знаете, давайте уже в следующей серии сообщим жителям эту радостную новость. Просто я что подумал, я по пути хочу здесь забраться там в их потайное убежище какое-то. Ну, глянуть на всякий случай, вдруг там рейдеры, так мы их сразу же и перебьем. Здесь зачищено, ну вообще супер. От каких-то гулей. Как-то так. А отсюда вам. Ну, потом, когда это сделаем, там тут еще пообыстраем, может, немножечко. Там, ну, мало ли что надо будет. Ну, хотя бы назначим людей на еду и охрану. Потом сходим сюда, в Оберленд, а потом, может быть, скоро и до Diamond City доберемся. А это у нас уже по основному квесту будет небольшое продвижение. Не забываем, что скоро будут и группировки, и там разные, там, сталь, и, короче, кучу других каких-нибудь новых, новые убежища, новые приключения, и все это будет, но в следующих сериях. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить, и оставаться такими же красавчиками, какими вы есть. Увидимся в самом светлом будущем.